Всем доброго времени суток, с вами Дмитрий Милованов и Александр Кондрашов. Да, и у нас тут мы продолжаем Деспиратус, у нас кошка сидит рядом, грызет лапу, вылизывается вообще прям, ой, это надо видеть. Жалко, была бы камера, я прям повернул бы в эту сторону, но она выбрала тоже момент, когда камеры нет и пришла, хотя я здесь ничего и не писал другого. Так, у нас, значит, надо Кейт... А, вот видишь, не во всех миссиях есть, вот в этой есть еще одно отдаление. Они вот это вот отдаление, вот на такое большое расстояние сделали в этой... Как в обновленной, короче говоря, версии, они сделали в каждой миссии, так можно сделать. Так, Кейт и так далее. Нас водят парни. Надо будет, наверное, как-то говорить, пояснять, типа, когда кто из нас играет. Уже сейчас вот играю я. В прошлый раз играл Митяй в прошлую миссию. Ты уже показывал стрельбу всеми персонажами одновременно, да? Ну, в конце предыдущей, да. Что такое? Ну, это еще Вулгейн, естественно, у нас будет. Так. Видите, как дым идет из трубы. Где? А, вот, да. Так, как бы нам получше-то? Come on. Всегда ощущение того, что если ты в городе нахожусь. Да, то есть такое здесь. Так, давайте сделаем, немножечко будем наглыми. Let's get going. Bullets are flying all over the place. Ой. I'll get you. Let's get going. Патроны кончились. Да что ж такое-то? Ты очень нагло сейчас. Не. Хотел выделить сейчас всех, но потом не успел. Гадость. Боку надо использовать. Да-да-да, сейчас мы полечим. А, так, нельзя как Робин Гуде. А, надо было показать. Да, мы... Это сэм будет. Блядь. Ладно. Come on. Давайте будем действовать не настолько нагло. Здесь гражданские просто ходят. Вот этот чувак палит. Помнишь, что... Этого чувака лучше с собой сэмфер. Хотя... Да не, зачем он сюда заходит? Да-да-да. Да, видите, здесь как здесь лежат предметы. То есть единственное, что можешь вот на карте в этом месте крестик есть. Вот. Все. Ну, чуть-чуть выделяются, конечно, они чуть-чуть. Но вот в ночной миссии, допустим, белочка. Разные ночные. А я что-то. Нет, это просто что-то звучит сзади. А как вот белочка. Не, видишь, чувак мимо какой-то штуки проходит там на заднем плане. Не, подожди. Реально кучка. Или птица сидит сверху. Конечно, какой-то. Или белка. Да, белка. Или не, или собака. Или собака там бегает. Короче говоря, кто-то белка, собака, птица. Так, можно, конечно, выстрелить и... Кстати, можно показать, выстрелить, как они будут сюда подходить, хотя они снизу могут меня попасть. Здесь бы поставить змею, Сэма. А, стоп, тогда мы сделаем по-другому. Кто у нас тут? Нет, ты все правильно сделал. Ты... Не, я хочу просто с Сэмом дойти и сделать то же самое, только с Сэмом. Он же сам не может зарезать. Ну, застрелить, какая разница. Застрелить вещь. Йоу! Йоу! Так, значит, я просто проверял в прошлый раз, здесь можешь сразу заходить, теперь я знаю, что там никого нет. Оп! А, точнее, нет, давай-ка лучше. Сразу... А, ну да. Да, лучше зарезать все-таки. Типа страховки Купер пускай будет тоже там. Не знаю, чтобы он на змею сам не напоролся. А то, как мы выяснили уже... Что такое? Это гражданский... А, это, наверное... Что? А он-то здесь что заподозрил? Не знаю, какой-то к нему, наверное, никто-то не подошел. А, вот этот... Видишь, этот чувак здесь должен ходить, он, видимо, где-то застрял в каких-нибудь текстурах. А. Не мог пройти, а он, типа, что такое, парень не подходит. Ну, здесь бывают такие, знаете, такие на пустом месте, что называется.
Блин, за это все сбилось здесь у меня. Come on. Парень идет теперь. Let's get going. Можно... Well then, shall we? Нет, не можно. Here goes. И да, мало ли вдруг кто не понял, логичная... Ой-ой, тихо. Логичная такая... Бляха-муха. Логичная такая вещь, что ночью парни видят хуже. Ну, в тех местах, которые подсвечены. Ну да, где свет, то там они... Сделай быстрым действием. Надо выйти и... А, то есть он не может до задания. Пусти! Так, Купер, давай куда-нибудь сюда. Подожди, наоборот, подальше от двери эту. Так, Рич. А, так, Сэм. F5. Просто на всякий случай, это мало ли, сейчас змея цапнет Купера. Если стернуть лучше вот отсюда, вот с этой стороны, а самому спрятаться вот, ну, вот сюда, да, да. Чтобы они сидели. Короче, стернуть отсюда, да, то метели пальцем показывать, если вы этого не видите, но тем не менее. Так. Даже прям еще лучше подойти. Ага, так. Так, петь? Лечь? Let's go. Клин! Look over there! Так, мы же когда не вдвоем забегаем. Да, змея не... Она не может двух сразу укусить. Скорострельный, только скорострельный, да. Так, лечь. Ой, Куперу прям очень досталось. Да. Уху, смотри, смотри, всех, смотри, смотри. Не выделяй всех, чтобы они могли стрелять вместе. Гадость. Я не так планировал проходить эту миссию, если честно. Ну, вот в этом немножечко, ну как сказать, наверное, минус, потому что игра позволяет вот так вот делать. По-моему, это была змея, потому что не высоцать проценты. Ну, парень. А, в смысле, что это не мы его убили, а змея? Да, да. Так, ну-ка. Было круто. Let's get going. Так, нужно сюда док подвести скорее. Окей, let's move. Блин. Я это сделал. Всех, кто... Все, вот хочешь. Да, это собака бегает, вон она. Да и Hurry up. Не, если они сейчас просто в трупах сами будут запутываться. А. Мне кажется, что больше уже никто не прибежит сюда. Мы сами будем запутываться, когда там это нужно. Ну, я не знаю, я люблю, чтобы все были трупы, короче, убраны в здании. Я ненавижу, когда тут валяется. Well then, shall we? Чистильщик. Ну. Let's get going. Капец, их здесь набралось. На самом деле, ну, с другой стороны, тоже, как можно сказать, аспект таких этих Дикого Запада, что вот такие перестрелки и все такое. Просто эта игра позволяет быть не очень тактической. На самом деле, у них игры, вот, если так призадуматься, у Spellbound, они не слишком тактические. Они, точнее, они сами по себе тактические, но они позволяют быть очень нетактическими, если так можно выразиться. Потому что Робин Гуд, он наоборот, он там преобладает экшен, геймплей. Вот, здесь можно вообще практически всех перестрелять, крайне редкими исключениями. Ну, зайди. Так, все, трупов больше нет, да? Где-то музыка такая. Where do we go from here? Так. Я думаю, мы этого парня не будем, у него тратить снайперский патрон. Ну, можно просто зайти. Сейчас, пожалуй. Things could get hot around here. God damn it! Hey, you there. Это гадкий парень, он не будет это уходить отсюда. Так, а теперь у нас еще патроны. Три, отлично.
У нас есть 3 снайперских патрона. Так, выходи. Угу. 3 аптечки. Здесь ничего нет бесконечного, кроме патронов. Все остальное здесь занимает места. Он, кстати, он отвис. Он раньше стоял, типа, целился, а теперь он опять ходить начал. Так, 1, 5. Зашли. О! Ой, так, всем на балкон. Ой, что это? Сейчас его встретят. Канонада. Встретят и накормят свинцовыми пирогами, блин. Был один прекрасный мультик. Так, возьму трубок. Пятка? Да, пятка, согласен. Так, ладно, чувак, ты меня разозлил. Как-то мы... Ладно. Бежать, просто бежать к нему. Зарезать. Это там кто-то. Ну что-то какая-то здесь толпа прибежала, здесь... Очень может быть, что кто-то... Да, возьми пиво. Что кто-то где-то с поста своего больше не вернется, старушка, домой. Okay, зря. А я врубал вот этого парня, чтобы он не мешал. Ну, понятно, здесь можно очень все постелиться. Вот. Ну, я уверен, что на самом деле таких всех крутых прохождений. Там потом будут миссии, где надо прям будет реально... Okay, хотя здесь помарашить можно практически во всех миссиях. Так. Что сейчас хочешь? Не знаю, пока думаю. Я все время прохожу с той стороны. Вот, скажу я. Уже здесь как-то оно... Нет, здесь никогда не хожу. Ну, подожди, сюда же даже не понимаю, сюда идти, в общем-то, не надо. Mm-hmm. Только лодку как вот... Мне бы хочется этих пацанов лодку сбросить. Смотри, как... О, смотри, какая толпа стоит. А, лодку, по-моему, можно будет сбросить. А, надо, а, надо зайти вот сюда и перерезать. Да, да, можно. Ой, точнее, вот это можно перерезать. Да. Единственное, что я вхожу с этой стороны. Вот здесь, надо, здесь вот газ перейти. Есть. Вот слева, слева. Ну, да, да, я знаю, знаю. Я все-таки этого парня, не знаю, он меня раздражает. We got here. Да блядь! Как это прям, а? Если прям такой прям пиксельный, надо точно-точно попасть в то самое место, в Робин Гуде тоже там бывает. Кстати, вообще, видимо, с этим движком, возможно, вообще какая-то есть проблема, потому что, допустим, когда делаешь, ты еще больше, когда уже не так жестко к предмету привязано, как в этих последних, ну, в третьей части, допустим, да? Потому что там, бывает, задаешь команду ударить по морде, если чувак в этот момент, допустим, он видит кого-то другого, враг, бежит к нему, то герой подбегает на то место, где был чувак, делает так, фух, рукой просто, и все. Пустоту. Это вот okay, в Робин Гуде. Ага. Типа он типа не догнал его. То есть если. Не так, что он всегда на то место, где он раньше был, а типа если он здесь раньше, ну, буквально вот стоял, а потом. Эй, Купер, зайди в темноту. Купер, блядь. Так. Собака, кстати, по-моему, залает, если нас. Знаете, как из окошка свет падает, видно, как он. Да, прям вот. И окошко, там вот. Ну там бочка какая-то стоит, что-то еще. Да. Так, парни, этот парень не поворачивается. Вот в этих можно кинуть газ на самом деле. Можно, но это же гражданский. Дай. Ну и побегут, конечно, стучат. А попробуем так. Здорово. Будешь лайк? Будет. Этот док будет лайк. Ой. 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 А-а-а. Кидай, кидай. Hey, you there! Ну, из-за таких моментов это прям очень люблю. О! Я зачитал, смотри, только там кто-то есть. Да, давай подойдем сейчас. Let's get going. Может, там не зря свет горит, да? Onwards and upwards. Onwards and upwards. Ребята, забыли выключить свет. Это нехорошо. Или там какое-то предвание просто. Не, ну здесь потом дальше видишь, тоже свет горит. Hurry up.
Просто электричество стало популярным, и люди не видят смысла его экономить. Сейчас тебя запалится, парень. Да, плевать. Bandits! Come on. Who's there? А, что? Да, бывает такое, когда ты вот ранишь только ножом. Не ультимативная какая-то штука. Собака, блядь, собака, уйди нахуй. Знаешь, мне кажется, ты можешь подбежать просто резать. Нет, не собаку. Нет, я знаю, что... Не смотри собаку. Да я знаю, что... А, это духи там когти точат. Я думал, что за хрень? Звук такой. Бандитс! Пёс, иди отсюда нахуй. Опа. А можем воду? Потом можно спрятать в сортире. Кстати, один раз я помню, у меня был прикол. Ну, короче, совпало таким образом, когда эта миссия проходил, когда ты там сам когда играл, да? То есть у меня чувак, да, какая-то тревога, чувак забежал, видимо, обыскивал места и забежал в сортир. В момент, я убиваю этого парня, захожу с трупом в сортир, и Купер там убивает. Это прям так жестко было. Смерть в сортире просто. Так, вот этот парень ходит, да? А вот все гражданский Маша вот тоже. Hello. Are you all right? Нет. Come on. Я его понес домой. Как я говорил своим ребятам, у нас много будет веселья с ним. Как я говорил в прошлой миссии по отношению. Вы понимаете, мне не хватает. Мне двух мужчин уже не хватает, мне нужно третьего приволочь себе. Так. Так. И связать его. Да, да, связать точно. А потом мы будем играть с ним с помощью гремучей змеи. Не все, короче, знают эту игру, но ладно. Не всем она очень нравится, понимаете, это надо с определенным складом ума обладать, чтобы играть с гремучей змеей. И причем это даже не пошлый этот эвфемизм, это в данном случае буквально. А, мы же похуй нормально. Ну, потому что мой чувак, мой друг лежал в отрубе, его хоть мужик куда-то потащил, ну бывает, что. Let's get going. Да два раза, что ж такое-то? Смутск? Wow. Так, здесь что-нибудь поближе? О. Здесь, если звездочки закончат крутиться над головой у него, когда он на руках будет, что-нибудь произойдет? А, или... Нет, по-моему, они не закончатся вообще. Так, так две и будут. Так, нет, там одна... Ребятки. Еще есть еще и сортир. А, пацаны, все в сортир. Можешь, конечно, выстрелить, и звездочка через голову своего проходит, его жестко. Так, док, сортир. Бросил труп. А, связал. Чё, дочь? О, не труп, в смысле этого. Взял. Так, вышли. Зашли. А то они поменяются. Оттуда они поменяются. Так, бросил труп. F5. Замечательно. Так, теперь этот парень. Мне кажется, с ним можно кинуть нож. Да, я просто смотрю, как он смотрит, чтобы... Короче, вот здесь, то он вообще ничего не видит. Замечательно. По-моему, да? Это же правильно? Okay. Чё так? What's up? Что? Hey, pal. I'll get я не понял. Он услышал, как я бегу, что ли? Он что-то услышал, но сам не захотел пойти. Какой чёрт. Hurry up. Ты чё, охуел? Come on. Так, давайте пройдём вот здесь. Что-то... Here goes. Так, Shift, Ctrl, Alt, Caps Lock. А, вот! Слушай, кстати, Caps Lock'ом можно просвечивать через стену. Врага. Так, то есть меня здесь видят. Я думаю, меня здесь никто не увидит. Я хочу потихо, я хочу скинуть на них эту лодку. Смотри, какая куча есть. Их раньше стоял два чувака, теперь благодаря этому переполоху тут целая куча. Что? О, господи, смс. Сейчас, секунду. О, мне вернули 100 рублей. Круто. Извиняюсь. Так, можно, конечно... Кстати, у нас полно снайперских патронов, на самом деле. Да. У нас просто их до жопы. Where are the vultures? Вот целится какое-то время. Док! The vultures are waiting. Стрелятники поджидают. Заждались тебя, да? Или поджидают. Я реально слышу шум на таком расстоянии, что я понять не могу. А кажется, можно пройти между дровишек и... Окей.
Или он заметил, что парни не ходят? Не, ну это ладно. Слушай, мне снялся 1%? Да. Give me cover. А можно сделать быстрое действие, снайперский выстрел? Может, по-моему, да. Да? Никогда не пробовал. Ой. Ой. Короче, хреново он делается, но в теории можно. Док. Окей, let's move. Да, что? Он реально слышит, что как он сидящий здесь слышит вот здесь вот стук, что за бредятина? Он у них повышается слышимость как в темноте, повышается видимость, повышается слышимость. А, ну может. Просто так здесь не между досками, надо сюда залезть, взять газ и вот туда, это же отсюда можно залезть на борт. Я хочу здесь очистить себе территорию. Обчистить, да что? Мы пролезем сюда, перерезать веревочку и... Да ёлка, что такое? Какие-то смс-ки. Ой. Хватит слать мне смс-ки, пожалуйста. Вот пока он не прицелился, видите, если выстрелить, когда он еще не появился в красном контуре... Док. То есть вот этого они не услышали, а мы выстрел типа здесь просто был. Окей, давайте не будем бежать. Давайте просто пойдем. Now or never. Окей, ладно. Мне действительно не надо было бежать. Окей. Мы с компанией кошки. Так, во-первых. Did someone call for a doctor? Yes. Так, меня... Ну-ка, сейчас, секундочку. Ah, yes. Ah, yes. Где твой мужик? Иди отсюда, тебя сюда не звали, тебе здесь не рад. Иди сюда и больше никогда не приходи. Так, не понял. Да как вот он увидел, если у него поле зрения это отсюда не достает? Можно, в него можно пальнуть, он мешает, прям вас сильно мешает. Остальные заметят, я хочу, чтобы они кучей продолжили здесь стоять. А они вернутся же на свое место. Походят, вернутся. Не факт, они могут долго бегать здесь. Туда ползи, прям туда, на корабль. Someone call for a doctor? Кажется, я боюсь, а вдруг они не перестанут? Смотри, какую кучку они стоят, прям вот. По-моему, это будет протослов. Что он делает? Он не может вползти, поэтому он... Причем он забегает, он не заходит, просто забегает прям. Окей, давай попробуем твоим способом. What kind of job? Понимаешь, что ты можешь гораздо проще сделать там, и так далее. Вот этот парень, все уходит в других. Мужик, стой! Ой. Не буду жениться. И только один самый верный пес режима остался. Может вот так. Может капсулов. Окинуть, так сказать, с высоты птичьего полета. Ну да. Ну это самый гадкий парень, вообще не видно. Ты просто где-нибудь мимо тут идешь, и тут такой: «Здравствуйте, ребята!» Так. Сохранись? Да, кстати говоря. Да, ты был прав, они реально просто... Не, подожди, я хочу... Он... Мужик, ты меня заедал. Ладно, оставлю один патрон, мало ли что. По-моему, нам уже будет негде его применять, потому что будет нам побег. Ну, если... Не, может потом как-нибудь тоже будет вдалеке сидеть чувак, который будет мешаться. Так.
Он может просто делать туда шум. Come on. Купер. Купер! Что? Окей, let's move. Он реально забегает прям вообще. Ты помнишь, они меня здесь спалят? Я вот, потому что он здесь не может бежать, он же тоже будет сейчас, в смысле, ползти, он будет бежать по ней. Ну? А, то есть лестница не считается. Слушай, а можно ее прибить, веревку эту и снайпер? Блин, кстати, по-моему, можно. Сюда вот встанем, даже вот сюда. Йо. Рили. Все равно, что вот этот чувак, по-моему, сюда подходит, да? В общую компанию. Так, а зачем меня выделили на поле зрения этого? Мне вот этот нужен. Да, раз крестик пропадает, значит... Блин, теперь найти еще веревка. Опять? Оу, е! Дэм, that was good! Как они под... А Купер там нас лежит, да? Да, он там лежит. Знаете, как подстёбывает, этот уже никуда не встанет. Таким голосом, never wake up again. Так. Look over there. Give me cover. What now? Может, это gas? Да, сколько раз хотим give us? Два gas. I guess we have a gas. You have got a funny feel. Ой, дальше, окей. А, извините. Веревка! Вернись, вернись. Блин, это сложно, кстати. А, ну окей. Ой, долго будет ходить. Да не, ну хотя бы. Пойди. Так, ты не заметил, что я еще купюру выделил? Так, в смысле, что так сделаем? Someone call for a doctor? Сейчас пока бегают. А сейчас можно на корабль пойти. Мужик, стой! Да, мы не очень меткие парни. Кто там щелкает пустым затвором? Так... У нас кончились патроны! Нет. А, слушай, по-моему, Сэм сейчас. Это Сэм был, да. У него там 12 зарядов, по-моему, в этом. Где он? А, это из здания, здесь же в доме там три чувака, да. Something's wrong here. Действительно. Действительно, здесь что-то не так, говорит. Че? Кто будешь не вылезти? Так, док. Я сегодня много работы. Where are the vultures? Сегодня ночью требуются твои... Так, кстати, с миссии на миссии здесь всякие штуки не переходят, поэтому здесь вполне можно тратить. То есть все, что у тебя на этой миссии есть, можно смело тратить. Смотри, вообще ничего не осталось. Да. Так, ну, в принципе, кстати, можно взять... На всех можно же. А, у меня все и взяты. Газ потом сейчас при побеге может пригодиться. О, здесь была целая одна склянка с газом. Да, у нас еще не использован динамит. Кстати, да. В эту кучу еще можно было хорошо динамитом. Да, я так иногда вырвал. О, да. Короче, он что-нибудь видит? Он ничего не видит. Вообще, наверное, лучше его убрать сейчас. Это было очень эпично, да.
Давайте мы в кучку положим, типа, чтобы никто ничего не заподозрил. На самом деле, его, именно его могут увидеть, как это опознать несколько. Ой. Here goes. Было мне платка, чёрт. Спаскать этих придурков. Так, надо же проверить, чтобы у всех патроны были заряжены, а то мы знаем. Так. Так, все отлично. Да. Take way there. Okay then. А, кто-то посмотрел. Там кто-то из окна. Да, это не замечал раньше. То есть там кто-то высунулся из каюты, посмотрел и поднял тревогу. Так, парни. Так, целимся. Можно сделать вот так вот. Не так много осталось на самом деле, понимаешь, тут уже. Так, можно поставить миг где-нибудь. Нужно это сделать. Bad day for dying. Чек, он не сохранился нам. Блин, я думал, он умер. А, нет, сохранился. Так, окей, давай тогда мы сделаем, если поставим змею. Куда-нибудь вот сюда. Да, но и... Надо не... Так, они пока что не вламываются, ну-ка. Окей, будет патрона сейчас? Нет, по-моему, нет, что-нибудь. Зашел такой, посмотрел мне. Ес. Сходи. Ай. Какие дотошные разработчики. Do I have to wait forever or what? Мне вечно ждать или что? John, I'm so pleased to see you. Hurry up, we haven't got much time. We need to get the horses fast and get out of here. Here goes. Так, что у нас есть у Кейт? Ничего у Кейт нет. Так, Кейт, стой тогда здесь. Купер выходит сюда. Купер покинул здание. F5. Так. Так. F5. И пацаны как-нибудь выставим. Пацаны! О! Я на. Упс! Да вот что это было? Отойди подальше. Куда подальше? Зачем? Так не будет никто высовываться. Кстати, можно сделать еще вот так. Упс. Упс. Так, змею, похоже, сейчас убили. Да, убили змею, все. Много патронов. Ребят, подсказка стреляла, вас не змея, вот, знаете, в помещении. Они убили змею и все такие, ну, нормально. Блин, как же тупо. Вот это сейчас немножко угрюмо сделано. Куда вот здесь? Что здесь сидеть стрелять? А выходи, нам уже больше не кажется. А, нет, еще могут. Ну, в принципе, сделать. Парни. Вот что? Этот дурачок. Откуда-нибудь газом покидаться, кстати. Дай у нас много газа. Ну, змею уже убили, это точно. А, потому что мы находимся. Хотя там уже даже хорошо, что здесь никуда в другое место, кроме как врагов, нельзя стрелять. Да блять, почему они не стреляют? Потому что у Купера закончились патроны, а Сэм не может дострелять. Сэм вроде довольно дальнобойный, что ли? В смысле, враг стал так, что Сэм попадает в угол. А. Блять, Купер опять... Ну, Дока тоже, конечно, немножечко. Так, что тут у нас? Так. Док, у тебя что-то еще осталось?
Лучше Купера, конечно, подлечить. Okay, let's А, он еще лежит, поэтому, видишь, сам. Так, ладно, смотрим. Дайте все-таки доку немножечко это. Его сейчас эти спалят сразу. Если вот так. Не хочет выпадать. А, так, Не-не-не-не-не-не-не. А я удав, Я ползу, я удав. Да. Опа. Так. Ладно, окей. Музыку спокойно, все нормально. У меня как-то был такой, что я кинул вот склянку, она впала куда. А да, парень, двигайся, да. И сами же оглушаются. Так, что-то новенькое. Ты 40 минут бежал. Вот видишь, это мы миссию уже дольше проходим. Здорово, собаки. Так. Ходи. Кстати, куда сейчас дует ветер? Сейчас. Кстати, хороший, да. Хороший. Этот детектив, правильный вопрос. В жопу он куда-то дует. Обычно. Я знаю, кого можно убить последним патроном из снайперки. Да. Стой, подожди. Идти а куда он делся? А, мы же сразу... А, я лодку перестрелил, да. Так, окей. Если вот попасть сюда. Смотри сначала. Нет, сюда кого-то не добьет, надо чуть повыше. Повыше нельзя. Повыше нельзя, да. Например, просто не докидывает или вообще в принципе нельзя на ящик. А хотя можно. Я посмотрю, просто мне интересно. На обоих уработает или... Или никого, да. В принципе, 4 газа я могу, да, и в того. Да и того дурака тоже можно. Да, так хочу. Так, один. Ой, брось ты труп, Купер еще и с трупом бегает, капец. Труп, хватит тебе таскать мясник с тела мужиков, Купер, правда. Как звучит, как будто ничего хочет обернуться, ну, обратиться, знаешь, как там оборотень, когда он тоже оборачивается, типа, в монстра. Sleep well, work well, and crowded area. Логично, что по такой-то обычной лестнице все могут лазать. Звание корабля Silver Steam, серебристый ручей, да. Silver Steam, серебристый пар. Стрим, да. Стрим это поток, а Steam это пар. Но, кстати, надо именно на лошадях, между прочим, что-то начать отсмотреть. Winner takes all? Победитель получает все. Нет, может быть, Silver Steam что-то означает. Серебряный пар. Так нужны хорсисы. Да, сейчас просто сюда вот заныкаюсь в темноту. Так, теперь хорсисы. У нас тут есть две хорсисы. Смотри, как это ублюдски звучит, ну ладно. Две хорсисы. Уже где хорсис? Где еще хорсис? Хорсисы. Если что, мы про лошадей, если кто-то вдруг не понял. Я бы реально, где еще лошади? Я еще... Вообще красными выделили. Смотри, эти парни до сих пор выделили красными, хотя их убил, да, уже. А, не знаю, это почему-то. Может, они за укрытием, потому что появляются. А, да, точно. Потому что частик за... Так, не, погоди, я вижу двух лошадей, а где еще просто, я чувствую физически больше лошадей. Раз, два, так, три. Как они помечены? Три, вот, на карте, да. Вот я сейчас смотрю, а, вот такие с коричненьким. Да. Это собака, это труп, две лошади, еще лошадь. Подожди, где еще одна? Это каким-то домиком, небось, стоит, гадина. Потому что не могут четыре персонажа на трех лошадях уехать, это проверено. Угу. А если у нас такой баг, что у нас нет еще одной лошади, это просто мега эпичный баг, потому что... Нет, даже должна быть лошадь. Вот. Да. Вот она. Угу. Если кто заметил, сейчас на записи... Вот, должна, да. А, вот же она, да, что это. Так, я прям знаю, что надо сделать. Заодно покажу, как вести лошадь. Угу. Мне так было обидно, что в Робин Гуд нельзя на лошадях кататься, сказал, как раз в средневековье же, самое то, но нет. А мы можем целый табун принести.
Попробуй. Посмотрим. Let's get going. Я всегда по одной возил. Ой, парни. Парни. Loving, shall we? Нет, только по одной начну. А вообще-то можно, можно уже в 70. Сейчас, 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 сейчас. Вот прикол, чувак. Да-да-да. Так. And два. Окей. Три. What kind of job? A new game, a new chance. Дай мне какие-то особенные лошади. Да, всем черные и коричневые. What kind of job? Так, то уж сохраняемся, все Маугли. Так, не, даже не так сохраняемся, а... Всегда такая, знаете, перед концом миссии, мало ли там что какая-нибудь херня сейчас будет. Если вы стоите на крыше или балконе и видите лошадь прямо под вами, то вы можете прыгать на седло и ускакать, да? Сейчас тоже не должно быть никаких этих заставок. Ну, я имею в виду видеозаставок. Это город, кстати, Гарри Спир. Ну, вот ярмарка уехала, типа, все. А знаете, давайте мы не будем разбивать. Потому что там такой прям... Ну, тренировка, если сейчас посмотреть вступление, потом это, мы лучше со вступления в следующий раз тогда и начнем. А пока что ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал Душевные игры Роза Процесс и Капов Крип, жмякайте на колокольчик, чтобы проходили уведомления обо всех видео, и по возможности поддержите канал материально, ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео есть в самом верху. Кстати говоря, это будет единственная, по-моему, тренировка, а нет, у Сани сейчас потом еще будет тренировка. Умеи. Короче, наоборот, первая, короче, тренировка, где враги будут реально враги такие вот, то есть здесь, ну, как мини-такое задание. Вот, потому что предыдущие, ну, все равно довольно легкое. Вот. Все, всем пока. Пока.